Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня мы вяжем, вот видите, я вся запуталась. Сегодня вяжем горловину стойкой на махеровом свитере. Так и будет называться видео, горловина стойка. Так, что хочу сказать. Вот, смотрите, я связала заднюю половинку, то есть деталь спинки связала полностью до верха. Вот они, мои закрытия. Все, готовая деталь до верху. Переднюю часть, как бы переднюю половинку, я связала, не довязала 10 рядов до верха. Что я теперь делаю? Сейчас у меня переодета. Значит, первым делом я отделяю средний. Вот сейчас считаем, сколько у меня петель. 2, 3, 54 петли. И мне нужно отделить средние 12 петель. 54 минус 12 это 42, значит по бокам у меня будет по 21 петли. 1 2 7 8 9 10 21. Так, отсюда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21. И вот мои средние петли. 1 2 3 4 5 10 11 12. Вот и отлично. Теперь мне нужно, ой, мне нужно взять нормальные спицы, потому что вязала то я вот этими, потом переодела. Значит, что я сейчас делаю? Я сейчас отдельно буду вязать, как бы вывязывать горловину незаконченными рядами. Сейчас я вяжу вот эту левую полочку, я довязываю до маркера, и поворачиваю работу. Здесь я делаю вот такую вот воздушную петлю, еще раз эти хватаю за вот эту нитку, чтобы вам было видно, таким вот образом, и вяжу изнаночный ряд. Видите, что у меня получается. Так, переодела я на те спицы, которые мне нужны. Теперь следующий ряд мы снова вяжем эту часть не до конца. Так, теперь смотрим. Видите, вот здесь вот у нас это воздушная петля и петля основной детали. Вот одну петлю не довязываем до конца, то есть оставляем вот эти вот воздушную петлю и петлю на левой спице, поворачиваем работу. То есть делаем снова воздушную вот такую вот петлю и вяжем до конца ряда. Каждый раз мы будем не довязывать по одной петле, всего 5 раз. Видите, вот оно теперь. То есть 2 раза мы не довязали ряд. Снова вяжем таким вот образом. Снова, видите, воздушная петля и основная петля. Поворачиваем. Делаем воздушную петлю. Возвращаемся в изнаночном ряду. Следующий ряд. Снова вяжем. Так, уже видите, третий, 3 у нас оставлено. Следующий ряд. Видите, каждый раз мы оставляем по одной петле. Вот смотрите, 1 2 3 4. И последний раз, 5 раз. 16. Вот видите, 5. 1, 2, 3, 4. И последний 5. Здесь у меня осталось 16 петель. То есть было 21 до маркера и осталось 16. 5 петель по одной я оставила. То есть всего 10 рядов я провязала. Так, теперь лицевой ряд. Следующий вяжем таким вот образом. Теперь мы перемещаемся на нашу правую полочку. Левая полочка у нас готова. Вот. Теперь нам нужно вязать вот вторую.
Так, довязываем до воздушной петли, ее мы меняем местами со второй петлей, вторая петля сверху этой воздушной, и провязываем 2 вместе. Снова следующую петлю мы меняем местами, вот следим, чтобы она не перекрутилась, и провязываем 2 вместе. И проделываем вот таким вот образом со всеми 5 петлями. Видите, мы соединяем. Эти воздушные петли нужны для того, чтобы минимализировать здесь дырку. Вот. То есть провязываем мы вот так вот 2 вместе, чтобы соединить это все в единое полотно. Видите, чтобы не было вот этого зазора. Так. Последняя вот. Меняем местами с этой, с центральных петель. Вот. Для этого нам нужны были эти петли. Вот видите, если вот так вот посмотреть, то здесь у нас получился вот так. Сейчас мы увидим далее. Теперь вяжем до конца ряда. Маркер этот не сбрасываем. Вот видите, вот видно хорошо сейчас. Ну, сейчас вторую мы сделаем, будет еще виднее. Так, теперь мы будем делать эти незаконченные ряды в изнаночном ряду. И вяжем до маркера первый раз. И потом оставляем, снова повторяем то же самое, что мы делали с левой полочкой. На правой только незаконченные ряды мы вяжем в изнаночной глади. Вот здесь вот поворачиваем. Ой! Подождите, первый раз мне нужно до маркера, довязываем до маркера, поворачиваем и делаем то же самое. Делаем воздушную петлю и вяжем ряд до конца лицевой. В изнаночном ряду снова не довязываем одну петлю. И так 5 раз. Так, вот смотрите, 1, 2, 3, 4, 5. Теперь я вяжу изнаночный ряд точно так же, как и тот лицевой. То есть я сейчас соединю эти все петли. Так, вот я дошла до... И просто провязываю с изнаночной следующей вместе. И последнее. Так, теперь я провязываю еще вот эти вот изнаночными до полочки. То есть эти центральные. Вот сейчас будет видно 10 петель. Вот она, 11. Вот, теперь я хочу вам показать просто. Вот она одна полочка, вот она вторая полочка. Вот они, видите? То есть вырез на горловине. Что теперь мне нужно? Значит, вот мои 2 петли вместе провязанные, последние. Теперь вот до конца я вот эти петли просто пересниму, девчонки, потому что мне нужно добраться до моих как бы открытых краев плечевого среза. Сейчас все поймете. Сейчас я переодену. Здесь можно, конечно, сшить петля в петлю, но в этом случае будет растягиваться плечевой шов. Поэтому вот он наш. Вот она, наша передняя деталь. Смотрите, видите, вот здесь вот я закончила. И вот наш вырез на горловину. Теперь мы берем нашу спинку и прикладываем ее к переду. Так как я вязала спинку, все мы помним, да, либо не помним. Что
что на полочке, на спинке у меня сокращение на 2 петли меньше, поэтому вот таким вот образом мы сошьем рукав. То есть на полочке у меня для плеча 16 петель осталось, а на спинке 18. Поэтому что я для этого делаю? По одной, вот складываю лицевыми сторонами вовнутрь, по одной петле с лицевой и с изнаночной, с первой, со второй спицы беру и провязываю 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь беру здесь 2. Это спин. Нет, это вперед. Беру здесь 1 с передней спицы, с задней беру 2. И провязываю все вместе. 7, 8, 9, 10, 11. Видите? Так, и 12 снова я беру отсюда 1, с задней спицы 2. 12, 13, 14, 15, 16. Одеваю. Все, вот оно наше плечо. Этот шов хорошо держит, не будет растягиваться плечевой шов. И здесь он выглядит тоже вполне себе красиво. Теперь, что я делаю дальше? Дальше я передвигаю спицы сюда. Здесь буду делать то же самое. Так как у меня нить вот здесь, вот, потому что мне нужно было соединить, я беру дополнительную нить. Вот у меня есть дополнительная нить. Так, теперь в этом случае у меня впереди меня находится спинка, а сзади вперед. 1, так, 2, 3, 4, 5. Теперь я беру отсюда 2 из передней спицы, оттуда 1. 7, 8, 9, 10. Ой, отсюда на 11. 11, 12, 13, 14, 15 и 16, последняя. Так, вот здесь вот не помню, то ли на 15, то ли на 16, на 11, то ли на 12 петли я сделала в этой стороне. В общем, по сути, это не так уж и важно. Теперь, что я делаю? Давайте проверим. Вот она, наша петля, которая сшивалась. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22 петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22 петли. То есть все у нас одинаковое количество петель на спинке и на
спереди. Мы оставляем вот эти вот еще две петли, да, которые у нас дополнительные остались, образовались. Вот. Вот они, да. И теперь я буду вязать вот этими спицами, которые потоньше. Так. И вяжу теперь эти открытые петли горловины спицами, которые потоньше, потому что нам нужна горловина, как бы стоечка, невысокая, всего около 10 рядов. Вяжу ровно. За счет того, что спицы тоньше, она сузится, эта горловина, и будет выглядеть стойкой. Так. Вот здесь я удаляю вот эти вот спицы и буду вязать только вот этими вот. Здесь у меня открытая, вот она, ее я привязываю сюда. Теперь петли переда и в круговую продолжаю вот это вот вязание в круговую на спицах тоньше где-то 10 рядов. Тут уже на ваше усмотрение. Так, вот вторая вот эта нить, которую я оставила, я ее обрежу, здесь тоже завяжу узел, и все. И далее мы вяжем. То есть всего у меня здесь 46 петель, которые я буду вязать в круговую. Вот они, если смотреть на... Вот так вот. Вот она, моя горловина. Я ее буду вязать. Так, вот смотрите, я провязала вверх. Сейчас скажу, сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 15 рядов я всего провязала, девчонки. Но сейчас скажу, сколько это в сантиметрах. Где-то 9 сантиметров. Но вы учитываете свои... пожелания. Вы можете вязать больше, меньше, это уже на ваше усмотрение. Так, что хочу сказать, сейчас я все петли закрываю на этой высоте, закрываю свободно, чтобы был свободный доступ для головы. Вот. И в принципе все, больше я обрабатывать никак край не буду, потому что лицевая гладь имеет свойство закручиваться, поэтому оно немножечко закрутится и будет вот так вот выглядеть симпатично, ну, с таким валиком. Вот все, девчонки, еще один нюанс сейчас я вам в конце покажу, как выглядит эта горловина. И еще один нюанс еще вам объясню, расскажу. И по сути все. Вот это цельнокрой. А что хотела сказать, девчонки, конечно, если вы будете это вязать как базовый свитер зимний, да, не вот прям такой дырчатый, то понятное дело, что это вот таких вот дыр вот с одной, с этой стороны нормально, видите. А вот с этой возникли дыры. Я вот сейчас покажу вам, что с ними делать. Если это будет шерстяная пряжа, то понятное дело, что таких нюансов у вас возникнуть не должно. Это все из-за того, что спицы толстые, а пряжа махер тонкая. Видите, что я довольно свободно закрываю петли. Вот такой вот валик получается по итогу. Так. Все, сейчас я краешек продену крючком. Так, теперь даже не крючком, а иглой цепляю за последнюю как бы петлю, делаю здесь узелок, еще парочку узелков, вот так вот. Вот, видите? Так, вот такая вот горловина. Так, вот такая вот... А, блин.
Вот такая вот горловина у нас получается. На теле она, понятное дело, что встанет на место. Вот, еще хочу сказать по поводу вот этих вот дырок. Видите, здесь у нас есть вот запасная нить, которая у меня осталась после соединения. И вот что я делаю? Смотрите, вот здесь вот у меня дырочка. Этой дополнительной нитью как бы вот так вот собираю в кучку все. Такими воздушными стежками. Видите, дырка, да? Видно ее? И я немножечко ее вот так вот прихватываю, эти дырочки. Все, по сути, все. Вот видите, дыр у нас больше нет. Мы их замаскировали. Вот таким вот образом. Так что, где у вас возникают дыры, вот и легонечко. Ой. Мы их маскируем. Это я показала для махеровых вещей. Вот. Все, девчонки. На сегодня это все. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.